Эту тему продолжим с нашим гостем, политолог, эксперт, международник Максим Несветайлов на связи со студией Freedom. Максим, рада приветствовать. Взаимно. Если говорить об этом решении, его уже называют историческим, то, я так понимаю, тут речь не только в том, что финансово выделяется достаточно серьезная сумма, это еще и большой политический шаг. В чем он заключается? Да, действительно, мы наблюдали за достаточно длительным путем. Дискурс политически менялся, и обсуждение того, когда же мы придем к той точке, когда можем использовать российские замороженные активы на пользу Украины, чтобы Россия уже начала действительно платить за эту войну. Обсуждение было длительным. Было очень много таких, знаете, но. Первое и главное, фундаментальное, то, что на Западе, в Европе, особенно в Соединенных Штатах Америки, существует определенная святость частной собственности, неприкосновенность. И в определенном смысле передача российских активов даже в таком формате, как залоговом, это нарушение этого принципа. И там боялись того, что если начнется такой процесс, начнется отток капиталов. Мы же понимаем, что в Европе не только российские активы, там активы саудитов и ряда других, там Китая и ряда других стран, в которых не самые демократические режимы, скажем так. И в Европе очень длительный период боялись того, что вот если они создадут такой прецедент, то это приведет к серьезным проблемам. Но, тем не менее, мы видим, что вот в процессе формирования пришли к тому, что это действительно такой хороший вариант. Не было какой-то такой серьезной реакции от третьих стран. Плюс, опять же таки, для того, чтобы превентивно сработать по тому треку, что Российская Федерация будет много подавать судебных исков, чтобы оспорить такое решение, они приняли вот такой гибридный формат, что они не просто там активы передают российские Украине, а передают, там, предоставляют кредит под заставу российских замороженных активов. Очень грамотный подход в этом плане, и наконец-то действительно, мы очень долго этого ждали, это действительно был длительный процесс, поэтому я всегда говорю, нужно набираться терпения. Демократия, цивилизованный мир, он строится на бюрократических процессах, на институциях, на нормах, на праве, а это все вот так быстро не меняется. Поэтому, наконец-то мы уже на финишной прямой, это не может не радовать, естественно. Ну и с другой стороны, много, да, говорили действительно о том, что есть и уважение к частной собственности. И тут вопрос, опять же, в доверии к банковской системе тех или иных стран. То есть сейчас вот эти все вопросы, их уже удалось обойти? Ну, первое, смотрите, Европейский Союз дает четкий сигнал. Мы до последнего, действительно до последнего уважаем право частной собственности, защищаем ваши активы. Но если вы уже решили развязать кровавую войну, если вы нарушаете все мнимые и мнимые международные договоренности, если вы там чуть ли не через неделю достаете угрозы нанесения ядерного удара и так далее, то уж извините, в таком случае наши гарантии на вас не распространяются. То есть ЕС все-таки решили сменить позицию, потому что как бы там ни было, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, ну, часть западного мира, она остается главным двигателем экономики мировой. И без Европы, без Соединенных Штатов, множество экономических процессов, они просто рухнут. И поэтому, ну, Европа осознает свою силу, осознает свою роль. Да, они во многом зависят от тех активов, от тех вливаний, которые приходят и от Китая, от стран определенных Ближнего Востока и так далее. Но тем не менее, они центр, они все еще управляют процессом, поэтому пришли такие к такой позиции. Ну, а с другой стороны, есть ли какая-то реакция со стороны Российской Федерации? Возможно, что они как-то будут пытаться тоже эти активы
заблокировать какие-то иски, подавать в суды. Да, безусловно, об этом говорил и Песков в том числе. Он как раз пытался продавить по треку защиты частной собственности, святости неприкосновенности и так далее. Он очень много делал на этом акцентом, чтобы как раз взмолить к этим фундаментальным принципам западного мира. Ах, как же так? Что же вы свернули со своего пути и так далее. Безусловно, они будут подавать иски, безусловно, они будут судиться, но хитрость-то вот как раз этой схемы, которую придумали совместно мы с европейскими партнерами, то напрямую активы сейчас не передают. То есть, если бы, допустим, было принято решение Европейским Союзом передать Украине напрямую активы, Российская Федерация очень быстро подала бы в суды, которые могли бы длиться годами, и бы мы не получали активы. А так мы получим сейчас уже гарантированно деньги. А то, получит ли потом Европейский Союз прибыль с этих замороженных активов как залог, это уже будет решаться в процессе вот этих судебных разбирательств. То есть даже если Россия будет пытаться тормозить процесс, на получение Украиной денег это никак не повлияет. В этом есть самая главная прелесть. Естественно, РФ это не остановит, они не будут действовать не только законными путями, они будут пытаться давить через своих агентов влияние. Мы еще посмотрим, что там будет делать в этом контексте Виктор Орбан и еже с ними те, кто прямо или не очень прямо поддерживает Российскую Федерацию в Европейском Союзе. Ну вот да, кстати говоря, тут добавлю, что Европейский Союз не будет ограничивать Украину в использовании средств от замороженных активов Российской Федерации, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Тут речь идет о кредите от ЕС в размере 35 миллиардов евро. Давайте услышим прямую речь и вернемся к обсуждению. Российские активы, замороженные в европейских странах, будут в определенной степени служить залогом запланированного кредита Европейской комиссии на 35 миллиардов евро. Также планируется изменить порядок, согласно которому решение о продлении замораживания российских активов принимается раз в полгода. Это могло бы происходить гораздо реже, раз в 3 года, при условии, что страны ЕС смогут договориться об этом. Однако ожидается, что Венгрия может выступить против. По решению G7 российские активы должны оставаться замороженными, пока Россия не выплатит репарации Украине. За эти деньги Украина сможет покрыть свои общие бюджетные нужды. Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии, в комментарии Baltic News Network. Ну, это, в принципе, то, о чем мы с вами говорим, о том, что тело активов, оно остается нетронутым, и деньги, которые передаются, это, по сути, заработок от этих активов, и о передаче тела активов речи не идет, и идти не будет. Нам ведь какая разница, то есть деньги мы получаем те же, просто это механизм передачи, говорят, у нас схема. Но только в этом плане схема, которая работает на всеобщее благо. Но, тем не менее, тут речь идет о 35 миллиардах. Это та часть, которую Европейский Союз передает, я правильно понимаю? Либо это какая-то другая сумма? Вот я, если честно, сам немного запутался. В этот момент нужно посмотреть более детально на расширенную версию цитаты, чтобы понять вопрос, потому что, возможно, это какие-то параллельные процессы или действительно здесь идет обсуждение по поводу тех денег, которые там отдельно в Европейском Союзе, есть же еще активы в Великобритании, активы в Соединенных Штатах Америки, они иногда совместно считаются, иногда порознь, и не могу точно ответить на этот вопрос. Ну, опять же, я так понимаю, что тут тоже по-разному иногда передаются те или иные доходы в Соединенных Штатах, Европейском Союзе, в том числе из-за чего? Возможно, какие-то разные подходы тут есть. И, например, в Европе многие страны, например, страны Балтии, они более остро ощущают угрозу от путинской России, более смелые в своих решениях. Да, действительно, нет унифицированного законодательства по этому вопросу. В Соединенных Штатах Америки, например, все
даже интереснее. Там Конгресс, среди прочих решений, вот в преддверии принятия этого большого пакета помощи для Украины, принял решение о том, что президент единолично своим решением может изымать российские активы и передавать их Украине. То есть уже там решение это принято, и для того, чтобы передать активы, не нужно будет там других моментов. А там Российская Федерация может подавать туда сколько угодно. Решение Конгресса есть, решение президента есть. Соединенные Штаты — это Соединенные Штаты. Их эти какие-то там мелочи международного права, как мирового гегемона, откровенно говоря, не особо интересуют. Ну да, что ж, спасибо нашим партнерам за поддержку. Максима, вам спасибо большое за то, что к нам присоединились. Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник. Напомню, с нами был на связи.